Песенки с Левой. Грузовичок Лёва. Это домик грузовичка Лёвы. Лёва встречает грузика и приглашает его в гости. Поехали! Сегодня Лёва и грузик будут печь пирог. Грузик, ставь пирог на стол. Лёва, чтобы печь, нужна плита с духовкой. Ты привёз все её детали? Ага. Отлично! Духовой шкаф. Вентилятор, который будет распределять тепло. Лампочка. Два поддона для запекания. Дверца. И ручки-регуляторы, чтобы включать духовку, выбирать нужный режим и регулировать температуру. А это варочная поверхность. Присоединим к ней конфорки. Готово! А? Теперь найдем для плиты место на кухне. Ага. Здесь будет отлично. Только нужно вырезать отверстие, чтобы встроить плиту. Лёва поехал за помощью.
Смотри, роботы играют в мячик. Ура! Мяч в корзине. Ой! Как ты думаешь, роботы смогут нам помочь? Конечно! Поехали! Посмотрим. Робот снял дверцу шкафчика. Нужно выпилить отверстие для варочной поверхности. Вот так. Робот справился. Духовой шкаф вниз. А панель с конфорками наверх. Ставим пирог в духовку. О! Спасибо, роботы! Лёва, грузовичок, посмотри, веселый, разноцветные детальки, грузове везем. Лёва, грузовичок, наш пирог готов. Осталось его порезать. Получилось! Внутри пирога фруктовая начинка. Интересно, а что грузовичок Лёва соберет в следующий раз? Песенки с Лёвой. Варить. Нам надо овощи помыть, овощи помыть. Суп сварить несложно нам, несложно нам, несложно нам. Мы порежем брокколи пополам. Варить несложно нам, несложно нам, несложно нам. Картошку режем пополам, пополам. Суп сварить несложно нам, несложно нам, несложно нам. Морковь порежем пополам, пополам. Сварить несложно нам, несложно нам, несложно нам. Лук порежем пополам, пополам. Вкусный, вкусный варим суп, варим суп, варим суп. Суп готов за 5 минут, очень вкусный суп.
приятного аппетита, машинки! Чтобы большую машину собрать, много деталей нужно отыскать. Леве с друзьями помочь можешь ты, вместе мы команда мечты. Грузовичок Лёва. На улице сегодня очень тепло. Роботы и погрузчик Грузик играют в мяч. А дома у Капу друзей ждет вкусное холодное мороженое. Привет, экскаватор Капу! Ты тоже едешь играть? Отбивай мяч. Ой, в домике жарко. Мороженое тает. Робот, ты устал? Вставай, пора домой. Нельзя так долго играть на открытом солнце. Да, робот, если мороженое не класть в холодильник, оно тает. Ой, Капу! К тебе кто-то приехал в гости. Ага. Это грузовичок Лёва. Лёва привез детали холодильника. Зеленый корпус, решетки-испарители, белые внутренние стенки, три полочки, лампа, чтобы было видно, что лежит внутри, большой ящик для фруктов и овощей, дверцы, ручки, еще полочки на двери. И конденсаторная решетка. Робот, проверяй. Лампочка горит. Лёва, смотри. Здесь должен быть компрессор, который будет сжимать газ. Лёва едет домой искать компрессор. Вот его стеллаж с запасными деталями. Где здесь компрессор? Это винты от дрона. Они нам не нужны. Колесо. И оно нам не нужно. Вот компрессор. Поехали скорее. Холодильник уже в домике. А Грузик везет угощение.
Устанавливаем недостающую деталь. Все работает. Вниз ставим фрукты, а мороженое в морозильную камеру. Так продукты долго не испортятся. Эй, пойдемте дальше играть в мяч. Мороженое подождет.